Многие слышали об одном из самых знаменитых российских путешественников современности Федоре Конюхове. Но не все знают, что он многогранная творческая личность, пишет книги и картины. Мысли и эмоции, которые возникают, когда он взбирается на вершину горы или бороздит просторы океанов, Федор Филиппович передает с помощью кисти, из-под которой уже вышло более 3000 картин. Работы художника поражают каждого, кто видел их. Нестандартные, они необычные, они заставляют задуматься. Около каждой картины можно стоять и рисовать свою реальность. Удивительная выставка из 39 работ Федора Конюхова приурочена к 20-летию проекта «Дрозд», реализуемого компанией «Фосагро». Сегодня приступили к созданию экспозиции, которая разместится на втором этаже городского выставочного зала, что за администрацией. Художник Владимир Тумбаков, который помогает развешивать картины, впервые познакомился с работами Федора Конюхова много лет назад в его московской мастерской. Говорит, что стилистика мастера видна во всех его картинах, даже в тех, которые на первый взгляд совсем не схожи. В графике она одна, но она общая вместе, то есть она просматривается. Стиль совершенно идеален, он просматривается, он интересен, его видно. То есть его ни с кем не спутаешь. Первое, что приходит в голову, когда я смотрю на его вещи, это глубокая философия, глубокое понимание вот того, что происходит. Здесь еще и прочувствованы настолько. Причем они гармоничны, они по цвету очень интересны сами по себе. Главные герои творчества Федора Конюхова – водная гладь, высокие горы, бескрайние просторы, густые леса. И, разумеется, человек, который смог преодолеть силы природы и победить себя. Энергия мастера передается зрителю через картины. И зарядиться ею балаковцы смогут с 8 апреля по 10 мая на выставке, которая будет работать в городском выставочном зале. Благодаря компании «Фосагро» посетить экспозицию можно бесплатно.